В Таразе обновят фасады жилых домов, будет благоустроен внешний вид 11 строений по улице Толеви. Об этом сообщил сегодня заместитель акима города, который провел специальное совещание. О новых изменениях в областном центре узнаете в предстоящем сюжете. В рамках обновления облика жилых домов города их фасады будут окрашены в соответствии с современным дизайном, изменены наружные рамы балконов и окон. Кроме того, будут проведены работы по увеличению количества зеленых насаждений вдоль улицы, обновлении уличного освещения, сообщил зам акима города. Недавно принято на сессии областного маслихата правила благоустройства города и населенных пунктов, где предусмотрены права и обязанности граждан, жильцов многоэтажных домов и частных домов, согласно которому жильцы, если хотят благоустроить, а также поменять фасад балкона, тогда они обязаны обратиться в местные органы власти, то есть в органы архитектуры, то есть отдел архитектуры города. Они могут подать заявку в электронном формате с подписью электронной цифровой подписи. В электронном формате могут подать и получить согласие. Если в случае обнаружения неполучения соответствующего разрешения, наступает ответственность административная, то есть могут привлечь к административному штрафу. Горожане с радостью приняли эти изменения и с нетерпением ждут завершения работ по обновлению. Все работы по плану будут полностью завершены в течение следующих нескольких месяцев. Сара Абдиева, Аслан Кожахметов, Алимжан Ахпаев, 77 News.